Ты можешь пока со мной поболтать, в принципе, чё? Просто, на самом деле, я люблю пообсуждать татуировку с человеком, который ее делает, потому что так... Мы можем найти, что между нами общего еще больше, типа. У нас есть о чем поговорить, как минимум. А ты как долго вообще уже делаешь татуировку? По-моему, уже 6-й год идет. То есть, визаса ты прыгал КУЭС. Ну что, я обвел. У меня бывает, что придет идея какая-нибудь, и я могу захотеть там что-то сделать конкретно. Но, если честно, чаще всего это более спонтанно выходит, потому что если ты, ну, я заранее что-то выдумываю, как правило, это все равно не выходит так, как я придумал, и, ну, я скорее оставлю эту идею. Я долгое время думал, что мне нельзя делать татуировки. И... Потому что, ну, у меня аллергия, типа, а-ля краска, это тоже может быть аллергия на нее, дра-дра-дра-дра-дра. И, в общем, короче, я поехал к аллергологу в Тарту, и она, типа, подохла с меня. Типа, как я это проверю? Ты просто должен сделать татуировку, и все. И теперь я делаю себе татуировку. Но я никогда не думал, что я сам буду делать. Это стало, ну, довольно внезапно произошло, скажем так. И, ну, то есть я не намеревался этим заниматься. Но то, что мне нравится, это точно. Потому что я люблю делать тату. То есть это в любом случае работа, понятно, это очевидно, да? Но ты не чувствуешь это как работа. Ты чувствуешь это как просто какое-то интересное занятие. Никто не говорит, что мне нужно делать и как мне нужно это делать. Вот что круто. Меня зовут Паша, Павел Иванов Андреевич. Я люблю... Если уж... Ну так это немного такая занудство. Ну ладно. Типа одежда, да? Люблю я всякие эти луки понаделать. Ну вот это я люблю, да, очень. Я думал, типа, какой из них более бешеный? Но я думаю, что понятно, что это более такой, да? Я просто хочу выглядеть клёво. Ну чё? Просто хочется круто что-то клёвое сделать и всё. И я просто хожу, думаю, что бы я мог такого... Блин, я не знаю, чем бы лучше её нанести. Блин, мне кажется, блядь, видите, она не получается. Надо немножко по-другому сделать. Но это всегда огромный стресс, поэтому я не знаю, свобода ли внутренняя есть в этом или нет, потому что это всегда идет как какой-то резонанс или какое-то перебарывание чего-то внутри. Ну как будто бы прямо вот судьба настала. Мне нравится это делать, но я не сказал бы, что я испытываю свободу в это время. Скорее борьбу. Как-то так. Мне нужно съесть помаду, чтобы мне язык стал красным, понимаешь? Окей. Волосы это делаю чуть позже. Но я придумал классно, смотрите. Фэшн-лук. Живешь ты вот в такое время, в таком обществе, ты стал вот таким и думаешь, что рамки такие. А для девочек это розовое, для мальчиков это голубое, правильно? И вот эти вот рамки, ты привыкаешь к ним, ты стараешься соответствовать. И поэтому, когда ты понимаешь, что их нету, очень сложно самому в своей голове переключить то, что рамок, в принципе, и нету. Я живу.
Fuck. Do more. Есть часть людей, которые мне очень близки, и с которыми, естественно, я такой, какой есть. Да и, в принципе, я всегда такой, какой есть. Я не строю там из себя никого никогда, но... Ну или, может, иногда строю, кто знает. Зависит от настроения, опять же. Как Свету я узнал в своей жизни, как я начал ходить в Свету, так мне больше началось именно более такое, более с интересом подход к этому. Потому что я понял, что есть место, куда можно ходить. Для меня лично в Свете максимально без, ну, типа, нету каких-то конкретных границ, кто какой. Ну, главное, ты должен быть не дебилом, чтобы туда приходить, чтобы, ну, не вести себя как дебил. И адекватно относиться ко всем, что все имеют право быть, какими они хотят. Насчет семьи, насчет учебы до универа, я бы много не хотел об этом говорить. А к тебе все хорошо относились в школе? Нет, очень много кто нехорошо относился, к сожалению. Ну, в основном парни, конечно, потому что... Почему? Потому что ориентация, которая у меня, не воспринимается как что-то нормальное. И... Когда ты ребенок, тебе легче... Все равно все дети, даже подростки в любом случае это дети. Те, кто отличается... Ну, как бы никто, никому нельзя отличаться и так далее и тому подобное, потому что ты становишься центром внимания, и у каждого... Я не знаю, почему. Как бы сейчас так думаешь, вот тебе настолько хреново в жизни, что тебе нужно найти центр, перенести центр своего внимания, чтобы хоть как-то за этот счет себя... Ну, возвысить или что? Ну, это такой бред, бесполезное занятие. В школе, если говорить именно о реальном, было такое, что мне в школу не хотелось идти и так далее. Просто я не хочу на этом интервью, знаешь, показаться, что я там типа страдал. Хотя я страдал, я эмо был, конечно, я страдал. Если этому давать в своей жизни сильное влияние, то тогда просто бесполезный бег в колесе, типа, на месте. Зачем это? Поэтому я это скорее как хороший опыт извлек для себя. Но людям я особо не верю. Не все я буду рассказывать, потому что некоторые вещи слишком личные, а я здесь для... Ну, это не сеанс психологии, понимаешь? Поэтому я могу только сказать, что раньше я был... Хоть я и всегда был общительный, но я больше... Закрытый был, и было сложнее намного с людьми общаться. Не в том плане, что я не мог общаться, просто я все время... подвох, скажем так, у меня как будто в голове всегда был от кого-либо. Не всегда легко мог пойти куда-то, где люди, которых я не знаю. Или когда я только начинал тату бить, я все время типа волновался, там придет кто-то новый, как нужно общаться, там тыры-пыры. А в итоге за это время я осознал, что просто общайся ты со всеми, да и все, а все остальное не важно, вот все. Ну, наверное, можно сказать так, что я, в принципе, ну, то есть, хоть у меня очень много в себе всяких таких самобичеваний и самых внутри каких-то там споров, но, тем не менее, хоть я могу себя убеждать в обратном, я точно знаю, что я самый классный. Вот так. То есть без преувеличения, типа... Я понимаю, конечно, это нарциссично и все остальное, но это то, как есть. Просто я в этом не сможет никто в этом переубедить. Не в том плане, что лучше всех, а в том плане, что типа супер вообще. Я не знаю, да. Как-то так. Вот.